Очень много чему научил одного из своих сыновей. Тут же буквально еще, видите, 80-я даже минута не успела наступить. Атака флангом, и Мхитарян наконец-то забивает свой первый мяч в сезоне. С почином Мики, а может он многое. И очень хочется, чтобы этот мяч помог ему обрести наконец-то, вернуть веру в себя, утерянную и терявшуюся с каждым матчем этого сезона. Илкай Гюндоган, великолепный пас. Тут можно много эпитетов насочинять, придумывать, но как бы то ни было, сама передача была чудо как хороша. Как и касание мяча Мхитаряном, завершающее. Талантливый парень, но хочется, чтобы все-таки у него все получилось и получалось по высочайшим меркам, каким и стремится Дортмунд.